Всем привет, хочу вам показать еще один бой с вот бим не так. Ой, блин, ну и никнейм. Короче, можно не короче, можно помедленнее, давайте помедленнее. То что-то я ускорился, мне там 8 видосов горит записать, а времени очень мало. Надо все-таки помедленнее, наверное, не торопиться. Хотя на самом деле средний просмотр на моем канале это 4 минуты. Видеоролика. Так что может есть смысл торопиться, быстро показывать бои, а может медленно. Но я помню, как-то когда я слишком быстро делал запись на 2x, когда я показывал, как играю прямо на телефоне, запись была, там ставил x2, музыку добавлял, и новички постоянно писали, что типа слишком быстро, пожалуйста, помедленнее. Ну, это когда музыка играет, когда просто какие-то действия там что-то вводят, что-то заказывают, какие-то идут вот так, да, непонятно на X. А тут я вроде как что-то объясняю, уже что-то понять не должно быть. Что я здесь делаю? Нам то же самое. Кречет и яги. Будем учить противника противостоять этой тактике. Наверное. Или нет. Сколько это бой длится? Вроде этот бой, кстати, веселый будет сейчас, насколько я помню. Достаточно веселый. Видимо, тут завод зевсиков готовится у нас. А у нас яга дикий. Ну, короче, день у меня был насыщенный. В основном, что я это делал, это рашил на трех центрах снабжения. Сейчас цеск побольше поставил. Не всегда прокатывает такой раш на трех цесках. Если этот раш трех ЦСК и ГХМ квадрится, в принципе, просто выход два завода вертексов, которые просто сносят заводы вам, так как диких нету. Вот как-то так вот. Сейчас у нас противник как раз разведают. Вот отправляет, дикие их расстреливают. Увидел у нас диких, но я не увидел у него вертексов. Ну, дикие всегда пригодятся, они бункеры могут ломать безответно. В принципе, они мобильные, урон постоянно наносят, далеко стреляют. Разведал базу, посмотрел, что он только улучшает заводы свои. Поэтому решил попробовать проехать, уничтожить ему. Завод, может, какой получится, успею, пока он улучшается. Он же ничего сделать не сможет. А тут град. Кстати, опять точно так же за базой едет, прячется. Короче, ломаю бункер. И то не ломаю, наверное. Не, бункер мы доломаем, отступаем. А нет, решил град поломать. Короче, разнесли мой як. Два диких отступают. Ну, попутно убивай пехоту. Больно-больно. Дикие отступают, а в этот момент у нас здесь готовится армия новая. Решил я сыграть броня-як с дикобразами. Ну, такая вот связка. Ресурсов мало. Пытаюсь зарашить противника как можно быстрее. Поэтому использую броники. Они в два раза дешевле, производятся быстрее. И на их производство, ну, чтобы построить конвейеры, заводы, меньше ресурсов требуется. А в принципе броненосцы в куче с югварами наносят огромный урон, отвлекают на себя урон. То есть так-то юнит неплохой. Вот только против градов такое себе. Грады стреляют. Уже, кстати, плошку тыкнул. Боится кречетов моих. Здесь вот я потерял управление, я отправлял их всех наверх, а они почему-то поехали вокруг здесь объезжать, поэтому потерял тут 3 или 4 броника потерял. По глупости. Эти броники бы отремонтировать и напасть потом кучу, я намного проще выиграл бы. У нас появился первый хамелеон, 8-я минута. Такая у нас получается типа красивая игра с постепенным развитием. Грады стреляют, хотят убить нас. Мы отступаем. Вообще, в принципе, два стиля игры, если ИГХАУН. Это атаковать в лоб или атаковать с двух сторон. Я предпочитаю больше атаковать в лоб. Ну, не просто в лоб атаковать, а через отступление. То есть выматывать противника, заставлять его постоянно перераскладываться, занимать позиции, разделять его армию на кусочки, а потом просто расщеплять ее. Ну, отдельные кучки зесов.
Потому что на перетяжке Зевсы медленные. То есть он пока доедет отсюда, Зевс до сюда доедет. Они там колонны пойдут по одному. И в этот момент можно их меньшим количеством ягуаров расстрелять. В принципе, я практикую их хамелеон с двух сторон в атаку. Ну, что-то, не знаю. Не особо мне нравится. Не особо нравится, у меня просто обычной возможности нет. Потому что я атакую одним-двумя хамелеонами. Если один из них садится, то как бы севший хамелеон, да и все, там яги ломаются от Зевсов. Здесь у меня яг остался, он сломал здесь бункер, сломал казарм, сейчас еще град уничтожит. Мы продолжаем атаку мамонтами, сейчас мы будем лупить мамонтами. Управление здесь, конечно, хреновое, ягуары едут в лоб, ну ладно, хоть сразу раскладывается, противник отступает. Поэтому теряет один из своих Зевсов. Ну, конечно, ему без вариантов было против 6 ягуаров тягаться с 3 Зевсами, но... 1-2 ягуара мог забрать. Наверное. Хотя, может, правильно сделал, что отступил. Иначе обороняться нечем было. Здесь я решил уничтожить еще град. Раскладываем. Бах, бах. Ну, наверное, да, взорвали. И еще урона несем чуть-чуть. Атакуем здесь. Мамонты атакуют ракетную установку. Ну, чуть-чуть Зевса продамажили. Сейчас подъезжаем поближе. Отступаем опять. Да, можно было с двух сторон здесь заходить на награды. Противник просто бы растерялся. Ну, что-то, не знаю, не нравится мне хамелеон использовать. С нескольких сторон нападать. Больше нравится просто контролировать ситуацию в одном секторе. Чтобы не растерять обе армии хамелеона, лучше уж одну сохранить. То есть, например, мне сейчас пол армии уничтожит, но если я отступлю и сохраню огромное количество ресурсов, и до заказа я все равно смогу отбиться от противника. Вот, как сейчас. Заставил его переразложиться, подъехать поближе, пальнуть сюда. Сейчас градами... Ой, градами. Мамонтами ответку даю по градам. Я думаю, там уже 2 града точно умерло. Сейчас у нас подъедет еще кучка. Опять заставляем противника двигаться. Мамонт решил пострелять Зевс. Ставит туда стеночки, не хочет дать мне проехать. Стеночки меня тормозят. Не дают быстро прорваться, куда мне надо. Поэтому я решил вернуться обратно. Поймал опять грады. На перетяжке. Ягами часть даже смог вроде расстрелять. Мамонты уничтожили. Ну, 7 мамонтов здесь было против 4 градов. Как бы без вариантов. Ну, здесь вроде все, дальше идет добивание базы. Просто он потерял все свои... А нет, еще не все. У него 2 града, которых больше нету. Атакуем. Видим, тут заводы. Армии нету. Ну и все. Мы победили. Да вот, был еще до циклонов. Вот так вот. Все, всем удачи.